На рынке в мясном павильоне увидели иностранца, который восстановился возле свиной головы. Вопрос иностранца повалил весь рынок. А почем лицо? Войша учит маленького сына Абрамчика. Сынок, когда приходят гости, будь радушным хозяином. Наливай им чай на стакан до краев, ну, чтобы они меньше сахара бросали. А в чем разница между свиньей и мужчиной? Свинья после пьянки не превращается в мужчину. Прочитав книгу о том, как стать успешным и богатым, узнал о том, что надо выйти из состояния комфорта. Осталось только найти книгу о том, как прийти в это состояние. Марья Ивановна спрашивает, почему вымерли динозавры? Бабушка говорит, когда динозавры съели все живое на земле, они начали искать съестное под землей и начали рыть ямы. К сожалению, они провалились в эти ямы, поэтому мы их находим, скелеты, под землей. Марья Ивановна говорит, да, бабушка, Дарвин отдыхает. Медный таз есть? Нет? А зачем? Принтер накрыть. После первого занятия по боксу тренер обращается к группе. Скажите, а у кого есть вопрос? Один спрашивает, а скажите, как можно перевестись на заочное отделение? Бабушка говорит, мама, дай чаю. Мама говорит, сынок, по-хорошему говорят, пожалуйста. Бабушка говорит, мама, по-хорошему дай чаю. Мадрена, а помнишь, как мы 6 лет назад были счастливы? 6 лет назад? Но мы же тогда еще даже не были знакомы. Да вот-вот, именно поэтому. В гости к программисту пришла девушка и говорит, на кухне. Ой, у тебя тут на столе, на кухне такая чистота. Обычно у парней бывают такие-то... Полностью составленный кухонный стол. А программист думает про себя. А что я дурак, что ли, тут жрать? У меня для этого компьютерный стол есть. Вчера клеил потолок плиткой. Все знают, почему клей называется титан. Вчера я тоже понял. Клеишь клей на плитку и при этом полчаса тупо держишь потолок. А ты по утрам из крепких напитков предпочитаешь чай или кофе? Я предпочитаю прозрачные крепкие напитки. Бабушка спрашивает у папы. Папа, а я приемный? Папа говорит, ну сам подумай. Если бы могли мы выбирать ребенка, разве бы мы выбрали такого дебила? Хаишник, сержант Петров, а молодой человек, будь нетрезвый. Молодой человек говорит, а что это я не отрезвый? Техпаспорт есть, права есть, ремень есть, ручник есть, вот. Конечно, говорит, а где машина? Подписываемся, кликаем на колокольчик.